Много говорил об инвестициях. Имейте в виду, что есть платформы, это криптовалюта Тон. Вы создаете свой кошелек, на свои тенге покупаете тоны, эти деньги концентрируются в вашем кошельке. И с этого момента вы отрезаете возможность контролировать ваши деньги. Уже власть не может заглянуть в ваш кошелек, понять, куда вы дальше перебросили. А вы дальше перебрасываете на наш кошелек, таким образом финансируете. Минимальная сумма, вы сами определяете, можно от 1000 тенге. Но чем раньше вы инвестируете, тем быстрее мы соберем эти ресурсы, тем быстрее мы свалим режим. Если вы инвестировали крупную сумму, соответственно, ваша прибыль будет в 100 крат на возврат инвестиций. Понимаете? Вот криптовалюта ТОН. Очень удобная. Второе, это оплата банковской картой. Чтобы вы знали, никто не видит. Никто не видит, кому вы перевели. Потому что, когда вы через Telegram нажимаете на ссылку, переводите средства, банк видит только то, что вы оплатили за какие-то услуги или товар в интернете. Ну, знаете, бывают случаи, когда банк куда-то сливает информацию, и людей начинают трясти. А, вот ты куда-то перевел деньги. Имейте в виду, они не знают. Они, что называется, вас берут на пушку, потому что вы можете сказать, да, я через интернет оплатил, ну, например, послушал музыку платную, подписался на курсы кройки шитья, посмотрел какой-то фильм и все. А у них нет никаких доказательств, что вы помогли или участвовали в нашем инвестиционном проекте. Краудфандинг. Вот интересная закономерность. Я как только начинаю публиковать, буквально в тот же день или на следующий день, люди есть такие, которые 1000, 3000, 5000 перечисляют долларов. Я причину не знаю. Почему именно краудфандинг такая ситуация? Потому что аналогичными возможностями обладает и платформа оплаты банковской карты через ТОН, криптовалюта, идентичные. ТОН это наиболее привлекательно, на мой взгляд. Но тем не менее, почему-то краудфандинг раз и там по несколько тысяч долларов люди перегоняют. Подписывайтесь на мой аккаунт в Instagram ablyazovmk1. Подписывайтесь на мой Telegram ablyazovlife. Это чрезвычайно важно. Я должен в кратчайшие сроки набрать подписчиков сотни тысяч. Со следующей недели я начну рекламную кампанию, поэтому просьба помочь мне в этом.